Бренд «Фаура» представляет новинку 2015-2016 года мойку воздуха «Ария 500». Данная модель позиционируется производителем не только как мойка воздуха, но и как увлажнитель, очиститель воздуха, что само по себе встречается не так часто на российском рынке. Нестандартный дизайн мойки – это новый тренд среди современных очистительных комплексов и моек во всем мире. Воздух очищается, увлажняется, а также ионизируется. Увлажнение происходит естественным способом. «Фаура Ария 500» идеально подойдет для небольших помещений, поможет аллергикам в сложные периоды цветения растений, а в зимнее время сделает воздух комфортным для дыхания. Мойка воздуха состоит из двух частей. Верхняя часть – это управляющая схема с блоком питания, двойным угольным фильтром и вентилятором. Нижняя часть – это резервуар для воды, в котором находятся антибактериальные диски. В верхней части по бокам находятся специальные отверстия, через которые происходит забор воздуха. Далее этот воздух моется в мойке, а затем распыляется через верх с помощью вентилятора. Скорость вентилятора регулируется с помощью кнопки, расположенной на верхней части устройства. Сверху находится удобное меню, которое имеет LED-подсветку. Благодаря яркому, но в то же время приятному свету, вы можете использовать прибор в качестве светильника. Рядом расположены несколько кнопок и индикаторов. Прежде всего, это показатель влажности. В мойке встроенный электронный гидростат в помещении, текущий режим работы, таймер, включение-выключение функции ионизации и функция защиты от детей. Также стоит отметить ночной режим, при работе которого прибор работает практически бесшумно. Использование прибора интуитивно понятное. Вам необходимо налить воду в специальный резервуар, затем выбрать и установить необходимый режим. Воду необходимо менять раз в сутки. Диски не требуют замены, но требуют периодической чистки в зависимости от загрязнения воздуха. Для удобства чистки дисков в комплект входит специальный ёршик. «Фаура» заботится о вашем здоровье и рекомендует для комфорта, очистки и увлажнения воздуха мойку «Ария 500».